мастер спорта, представляющий Республику Дагестан, выступает в синем трико. Дагафев в красном трико борется Магомед Саид Магомедов, мастер спорта, представляет команду Республики Дагестан, победитель чемпионата профсоюза России. Заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира Георгий Китоев, Северная Осетия Аланина. На ковре цирк красным трико выступает Юрий Вивановский. Мастер спорта международного класса, победитель первенств мира и Европы среди молодежи. Он представляет Красноярск. Его соперник в синем трико Шамиль Ахмедов, мастер спорта, призер международного турнира имени Али Алиева, призер первенства России среди молодежи. Он выступает за Республику Дагестан. На ковре «В» начинается второй период поединка. Первый период выиграл борец в синем трико, заслуженный мастер спорта Георгий Китоев. Северная Осетия Алания. Параллельный зачет. Город Санкт-Петербург. Давай, давай, давай! Первый период на ковре «В» завершился в пользу Юрия Милановского, мастера спорта международного класса, выступающего за Красноярск. Thank you.
На ковре Б победил заслуженный мастер спорта Георгий Китоев. Цель на сессии Алания. Параллельно между собой.